хорошим другом, потому что все другие тоже ищут хороших друзей. И мы уже хотим быть хорошим другом. Да? Наконец Виталик приехал, попросила я его отодвинуть. Ну, самой-то мне этот холодильник не отодвинуть. Я могу толкать еще куда ни шло, но чтобы вытягивать тянущие вот эти движения, мне его не вытащить. Посмотрите, сейчас буду мыть. Решила показать до и после. Кошмар. Ну, да, это такие места за стиральными машинками, за сушилкой. Сейчас тоже буду мыть. Вот пока только мне Виталик этот холодильник. Сейчас я его весь сначала вытру вокруг. Все, сверху-то я могу достать, а за ним не могла. Вот, стены вытру. Все. Провода и потом пол. Будет чистота. А то прям мне это покоя не давало. Я говорю, Виталик, мне так надо здесь помыть. Сейчас вот, короче, встала, руки в боки. Говорю, Виталик, вытаскивай, не могу. Сейчас опять уедешь? Я говорю, мне этот... Ну, я спать не могу. Я знаю, что у меня вот здесь везде все помыто. Я знаю, что у меня осталось грязные места в доме. Кошмар, да? Не успела показать, как чисто стало за холодильником. Вот эту вот решеточку тоже я помыла прямо под этим, под струей воды из шланга. Все чистенько. Не успела показать, но поверьте, уже там намного-намного чище. А сейчас, так это у нас лампы меняются. А, короче, у нас генерально. Та-да-да-да! Вообще просто кошмар. Спасибо Виталику, что отодвинул. Вот представьте, в какое мы жилье переехали. Ну, мы здесь пару месяцев. Я не знаю, подожди, когда мы переехали? Там марте, апрель, май. Да, июнь. Апрель, май, июнь. А, ну в июне только какого-то там, не знаю, в 20-х числах, наверное, будет 3 месяца. Короче, запуталась немножко. Ну, примерно 2,5 месяца в среднем. Мы здесь, и Виталик в рейсе был. А когда приезжал, ну, короче, там сильно не напрягала я его. А тут уже просто говорю, Виталик, пожалуйста, отодвинь мне. Ну, кстати, мышины, видите, какашки. За этим тоже было, за холодильником. Мышины какашки. Я там выгребала, сейчас выгребала. Это вот от прежних хозяев какая-то тряпка. Даже не знаю, что это. Под холодильником фотографию девочки какой-то нашла. Ну, я ее протерла хорошенько, потому что она, как знаете, как из полароида такая, которую можно протереть. Вот, пластиковая. И, если что, хозяину передам дома, и он может с ними свяжется. Как-то у него есть, наверное, контакты, заберут фотографию. Ну, это жесть. Сейчас буду я здесь мыть. Даже влага какая-то, не знаю, где-то подтекает. Виталик сейчас это исправит. Я тут все помою. И будет уже спокойнее мне на душе. Ну, а теперь-че? Протерла. И эту спинку, хотела сказать, сзади, сбоку протерла машинки. Ну, это еще не отодвигали стиралку. Сейчас еще я постаралась там под нее тоже подлезть. Пришлось ногтями, ну, в перчатках, но отковыривать, потому что засохло что-то такое, что нужно было отковыривать. Еще не пролезть. Хорошо, что у меня еще позволяет так немножко приподняться и протиснуться между этими двумя пропорции позволяет. А так я не знаю, как вот. Видите, здесь мало места так-то. Оттуда одну отодвигаешь, и как-то между ними еще можно. А если обе отодвинуть, то как через них только лезть? Так, ладно, сейчас чуть-чуть подсохнет. Виталик задвинет, и я за этой помою, за стиралкой. Да-да-да-да. Такое обычно происходит, когда вода теплее, чем обычно. Они, видимо, подкладывали тряпки, что-то у них здесь стекло. Но если вы смогли подложить тряпки, да, то уже, ну, помойте. Ни свое, ни жалко. Когда жилье сдается, ну, это самим же в этом жить, да? Я не знаю, сейчас опять буду размачивать и ногтями это все отдирать. Потому что это все прилипло.
Такое чувство, что здесь птицы нагадили, знаете, и все это прилипло, и нужно отдирать. Причем с чем-то липким. Я не знаю, что это может быть под стиральной машинкой. Тут ничего не может быть липкого. Это их вешалка какая-то, ручка. Это как что? Я даже не знаю, что это такое. Не залезть. Не, Виталик, мне даже, мне здесь уже не пролезть. Здесь можно чуть-чуть пошире? Никак. Никак? Не задвинуть подальше? Не пролезть. Ой, я застряла. О, вот так вот. Вот если... Спасибо. Что вот здесь вот я уже подлезала, говорила, что я вымыла. Угу. А здесь, мамочки, мне даже страшно начинать. Ну что делать? Глаза боятся, руки делают. Хорошая поговорка. А что это? А, это что-то детское, да, какая-то? Это типа песочек возить. Вот что это. Наверное, игрушка. Ой, кошмар. Но с другой стороны, оставлю видео здесь. Сначала, может, подумаю ему зачем, а потом думаю, пусть будет, что если вдруг нам не захотят вернуть депозит, у меня будет доказательство. Ой, Виталика, почему-то вешалка даже у них застряла в этом. В ножке вот тут застряла вешалка. Зацепилась. Опа, спасибо. Ой, мама, подними еще. Мама дорогая, все, спасибо. Кошмар. Сейчас таки поживем здесь, все отмоем и съедем. Это как я в траках тоже. Один трак отмыла, другой нам дали. Второй трак отмыла нам. Еще в другой пересели. И дома также отмываем. Ну, понятное дело, что за стиралками и за холодильником часто не моют. Я это понимаю, но не настолько же. Не настолько не часто. Может быть, пыли, клубья пыли, и вот эти тоже, это они так быстро вьют здесь везде паутину, что я на это даже внимания не обращаю. Я вот это вот налипшее годами. Вот это сложно понять, как это. Это еще какой-то пакетик влип вот в это все. Влип по полной. Ладно, все, давайте займусь. Шнуры все протерла, эти шланги. И вот. Отковыряла. Отшкрябала все. Не быстро, но все же. Размочила. Потом даже где не прям вообще не поддавалась. Так налипла, что ножичком чуть-чуть пошкрябала. Ну, короче, вот так. Поняли, да? Ну вот. А потом снова и снова и снова водой. Размачивала, собирала, размачивала, собирала. Чистота теперь, чистота. Эти, это типа краска или что-то шкрябали. Ну, я стены протерла, но не поддала, не поддались эти пятна, как будто шкрябнули. Поцарапана. И краска какая-то красная. Неужели? Все, сейчас Виталик задвинем, съездим в Home Depot, купим лампочку. Я от лампы плафон тоже помыла. И сейчас уже много дел сегодня сделали. Вот, посмотри. Как всегда, Виталик, да, в своем репертуаре. Кошмар. Иди быстрее в ванну, будем обрабатывать. Бегом, Виталик. Течет. О, течет. Вечер воскресенья. Все дела переделали, сейчас будем. Махмуд, поджигай. Газ кончился. Нет, у меня... Газ кончился. У меня загорался. Газ кончился. Только что. Можно другую взять? Или спички? Спички, кстати, зарядные, они хорошо начали. Ева. Привет. Джек. Сегодня палочки поставили.
чтобы наши помидорки не подали. Красавчики. Мама, иди сюда. Иду. Смотри. Угадай, что это? Не знаю. А ты? Угадай. Посмотри близко. На что-то хвойное похоже, да? Нет. Нет? Нет. Не знаю. Что это? Посмотри близко. Ну, очки надо надеть. Это папоротник. Маморотник? Папоротник. А, я думала маморотник. Ага. Поближе. Как? Мама, смотри, закрытый папоротник. Смотри. Папоротник? Закрылся. Это не папоротник. Это папоротник. Спорим, что сейчас папа скажет. Это папоротник, он просто. Ну, говори, Виталик. Ну. Я думала, это акация. Нет, это папоротник. Я думала, скажет маморотник. Мама. Обычно ты так говоришь тоже. А еще и папайя. Палочки тоже разрубила тебе. Как это называется? Палет. Че? Папа палет разобрал. Джек, что творится? О! Ну-ка. О, вау. Красиво. Птицы. Хоть вечером, хоть днем, хоть утром. Так поют. Просто заслушаешься. Сейчас будет закат. Уже, собственно говоря. Может, сначала поджечь листья сухие. Картошку будем жарить? Наверное, нет. Как красиво у нас. Так интересно, что там везде это самое зелено. Много травы, а здесь прям лысенько. Прямо лысенько. Ага. Джек, что творится? Можно я кое-что скажу, что на камеру говорить нельзя? Ну, говори. Почему нельзя? Напоминает в Калифорнии, когда были пожары, мы в школе были. Мы ходили на улицу, и вот так вот пахло. Почему нельзя? Это все знают, что в Калифорнии такие пожары, что... Дышать было сложно. В масках ходили. Помнишь, в школу ходили в маске? Глаза лез в мухи. Ева, помнишь? Да, помню. Качество воздуха было просто ужасное. Даже солнце было такое просто вообще красный круг. Воздух помнишь? Красный. Да, это было ужас. Не поджигается. Еще, кстати, не так темно, чтобы... Было видно вот эту вот зажженную палочку. Помнишь, как мы ее влево-вправо крутили? Да. И были такие огоньки. Огонек. О, он зажегся, а потом попался. Красавчики мои. Доня. Да. Да, покажи. Мне кажется, потому что не темно, поэтому не видно. Нет, на самом деле она загорелась. Она не загорелась, посмотри. Вообще не загорелась? Вообще не загорелась. Ну тогда надо подождать. Ты зайка. Классный вечер, воскресенье. Так, я дверь закрыла, чтобы у нас там не воняло гори в доме. Горячий уже огонь. Да. Смотри, она загорелась. Ага. Если было бы темно, да. Помнишь, как мы делали, да? Пахнет вообще. Калифорния. Калифорния. Папа, ну-ка спой. У тебя хорошо получается. Ну-ка. Калифорния. Дальше. У нас папа поет, Ева танцует. А мама снимает.
О, вот это, да, подожди, вот это. Папа решается. Кто там сдает? Это, кстати, знаете, что горит сейчас? Кстати говоря, гибискус мой. Корень. Корень гибискуса, который жрали. Игуаны. Игуаны, ну, да. Подвиньте, пожалуйста. А? Просто не такой горячий огонь. Мы привезли его с... Флориды. И, да. А, в хотя горшке. Я его вытащила, почистила. Вон горшок остался без корня гибискуса. Чистая земля и горшок. Надо что-то туда посадить. Может быть, новый гибискус, да, Джек? Почему нет? Why not? Как тебя прибыль? Хорошо, сделаю. С тобой? Или нет, просто огня? Просто огонь. Хорошо. Только когда стемнеет, ладно? Ага. Осторожно. Быстрее туши папу. Ой, не могу тебя. Папа, пострадавший сегодня два раза. То ногу себе этот самый поранил. То сейчас... Он ногу себе поранил? Да, пока ты спала. Папа успел себе ногу поранить. Почему? Как обычно, в своем репертуаре. Почему он так ненавидит твои ноги? Ой, не могу. Папа, кровь. Спокойно. Я не знала. Ребятки, смотрите, вы видите это? Светлячки. Это светлячки. Я помню, это было в Теннесси и Северной Каролине. Мы видели и просто восхищались такой... такими видами. Они какие-то зелененькие. Нет, они не зеленые. У меня почему-то все мутное стало. Потому что темно. Вот, вот, кстати, на видео видно. Раз, вспыхивает. Ну, через какое-то вот. Время. Вот. Ага. Видно вам? Видно? Светлячки! Восторг! Просто круто. Тут тоже есть светлячки. Они прямо рядом с нами, прямо там горят. Ага. Обожаю светлячков. Их так много. Не знаю. Молодец. Виталь. Какая же это ласточка, это гусь. Гусь на жаровне. Мне нравится, как это звучит. Даже очень. Но я и не скажу.